Итак, что если вы хотите что-то скачать с веб-сайта, а эта вещь, ну как, например, установщик пропал, либо же вообще сам веб-сайт пропал. Вот, например, вот допустим, я хочу скачать Minecraft, я вот нашел вот этот лаунчер, иду сюда, по-испански, но не надо. Вот, допустим, вот здесь у него сайт. Я хочу скачать для винды. Но halted. Типа нет. Как бы, не знаю, возможно там на Linux, на FlatHub это еще можно скачать, я точно не знаю. Но у меня что тут Windows. На него скачать не получается. Вот. Тут есть решение. Под названием WebArchive. Я скажу, для кто не знает вкратце, ну вот, Webpack Machine. Это, короче, вот... Это сервер, если не ошибаюсь. Он создает копии, снапшоты буквально всех веб-сайтов в мире. Ну, может быть, почти всех, большинство веб-сайтов. То есть, если, допустим, вот тут что-то можно было установить установщик вчера, и еще из месяц его убрали, то вероятно тут будет вот тут будет, так сказать, бэкап или снапшот этого сайта. И как бы делается, не каждый день их делают. Но в общем, копируем ссылку на сайт, сюда ее вставляем, вваляется у нас календарь с снапшотами. Например, вот если мы пойдем смотреть, как же выглядит этот сайт 1 января этого года, то мы него не найдем установщик, я уже проверял. Ну, допустим, вот если раньше он был каким-то светлым 1 января, то он бы сейчас стал светлым, если я сюда зашел. Но мы же хотим установщик найти, посмотреть. Упс, что у меня тут? Сейчас, секундочку. Так, короче, у меня Firefox что-то... Ну, Chrome не работал. Сайт на Chrome не работал, на Firefox да. Так вот. Мы идем в вкладку с 3-го года. Ты можешь посмотреть, что со 2 января с 3-го года до... Ну, такого числа, с 2 июня, июля. У него даже 219 раз сохранили эту ссылку. В общем, давайте посмотрим там. 9 января. Переходим вот сюда. И сейчас должна случиться магия. Да чуть-чуть времени берет. Тут пока никакого такого текста, то что нельзя скачать, нету. Давайте посмотрим. Давайте вот тут. Вот инсталлер. Опять же, у меня интернет медленный. И вот, валя. Если тут нам на официальном сайте в текущем моменте ничего не дает скачать, но к минимуму вот в Windows. Ну, да. То тут WebArchive. Когда я же тут, получается, зашел на сайт в том состоянии, когда он был с 3-го года, где-то там 9 января. Вот, пожалуйста, скачивается. Ну, еще не нужен, уже скачался у меня. В общем, так. Опять же, тут не каждый день сохраняет сайт. Ну да, вот, например, может быть на каком-то более великом сайте, если мы посмотрим, вот него, да, уже каждый день тут делают снапшоты. Это да. Долго этот проект работает. Еще в 96-м году начали копии делать. Так что да, для более великих сайтов, как Apple, тут снапшоты делаю буквально каждый день. Или почти. В общем-то, все.